На участке трассы, где совсем недавно произошла авария со смертельным исходом, сейчас проходят рейды по выявлению нарушений. Выезд на двойную сплошную, езда по обочине и разговор по телефону во время движения сотрудники госавтоинспекции из машины скрытого патруля фиксируют на специальную камеру и передают двум экипажам ДПС. Они останавливают нарушителей и составляют протокол. По словам сотрудников ГИБДД, за 3 месяца этого года на дорогах области повысилась смертность при ДТП, но само число аварий по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшилось. На сегодня у нас на территории Самарской области зарегистрировано 504 ДТП с пострадавшими. В этих ДТП у нас 63 человека погибло и 668 получили ранения. Мы имеем очень серьезное снижение по количеству ДТП и по раненым, практически на 35%. Но, к сожалению, имеем рост числа погибших в этих дорожных происшествиях на 10 человек. В прошлом году на это время мы имели 53 погибших. В этом году уже 63. Я призываю в конечном итоге всех к благоразумию. Поэтому надо беречь, во-первых, свою жизнь, свое здоровье. Ну и, конечно, беречь жизнь и здоровье окружающих. Число экипажей ДПС сотрудники госавтоинспекции увеличили на 30%. В городе проводятся спецрейды возле клубов и ресторанов. Под особым контролем несовершеннолетние жители Самары, которые садятся за руль незаконно. Проверяют и правила перевозки пассажиров до 12 лет. Дети должны быть пристегнуты при помощи специальных удерживающих устройств или находиться в автокреслах. Для стабилизации роста аварийности в настоящий момент проводится комплекс мероприятий, который позволил снизить рост аварийности по сравнению с прошлым годом по итогам 3 месяцев. По количеству ДТП на 50%, по количеству погибших на 65%, а по количеству раненых на 58%. У нас всплеска в городе нет. Более бдительными сотрудники госавтоинспекции просят граждан быть и в будни, а также в час пик, когда основные дороги загружены. В ГИБДД напоминают, превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда по обочине могут стать причинами серьезных аварий с тяжелыми последствиями.